Памятный бюст героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова открыли в Рязанском училище ВДВ. В церемонии приняли участие родители и дядя героя. Нурмагомед Гаджимагомедов окончил Рязанское училище ВДВ в 2017-м. С первого курса он был командиром взвода, занимался армейским рукопашным боем, а позже получил звание мастера спорта России. Все, кто был на торжественной церемонии открытия, отмечали, Нурмагомед Гаджимагомедов во всем был одним из первых, одним из лучших. В этот же день открылся бюст еще одного выпускника, героя России Алексея Осокина. Выступая перед собравшимися, начальник учебного заведения полковник Руслан Евдокимов поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Героями не рождаются. Их воспитывают матери и отцы. С самых ранних лет перед нами здесь сейчас пример родителей, прививших своим сыновьям высокие морально-нравственные и патриотические ориентиры, внесших неоценимый вклад в формирование поколения, которое чтит свою родину. И не словом, а делом это доказывает. Низкий поклон родителям.